Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Super Power Fighting Simulator. В принципе, это симулятор довольно старенький. Если не ошибаюсь, ему 2 года. Может быть, 2 года даже с чем-то. Вот. Но разработчик решил выпустить новенькое обновление. И сейчас опять большинство людей стало играть в этот режим. Вот. И так как стали люди играть, сейчас я вам покажу скрипт, с помощью которого вы сможете быстро прокачиваться. Итак, для этого нам потребуется чит. Он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. Это 3xploit. Я думаю, многие знаете о нем. Вот, довольно хороший чит. А в основном почти все скрипты инжектят. Значит, смотрите, вы его скачали, открыли. После этого нажимаем на шприц. Ждем, пока у нас заинжектится. Тут работает автоинжект. Все отлично. И теперь вот сюда вставляем скрипт. Все, вот сюда вставили и нажимаем Exclude. Так, все, вот он наш чит появился. Все отлично. Так, давайте немного их передвинем, вот эти панельки, чтобы нам было удобнее. И начнем с вами с автофарма. Так, смотрите, тут автофарм. Включить-выключить. Эта функция, получается, дает вам автоматический заработок физики, потом силы и вот это, не знаю, как переводится, здоровье, если не ошибаюсь. Вот, включаем ее и, как видите, все зарабатывается. Так что эта функция рабочая, все отлично. Идем дальше. Квест. Эта функция, получается, собирает автоматически за вас квест. То есть, допустим, вы выполнили какой-то квест, она за вас его собрала. Либо же вам нужно какой-то взять квест. Вот, также он возьмет за вас автоматически любой квест. Ну, давайте нажмем. Но у меня сейчас уже все квесты выполняются только. То есть, выполненных еще нет. Также ранг. Ранг я точно не знаю, что эта функция дает. Скорее всего, меняется ранг. Но у меня, наверное, чего-то не хватает, чтобы поменять свой ранг. Давайте зайдем в апгрейды. Угу. Так, я так понимаю, чтобы поменять ранг, нужно 1000 силы. Так, ну окей, ладно. В принципе, не суть. Смотрите, теперь следующие функции. Здоровье, сила, физика и скорость. Смотрите, это получается функции, которые прокачивают автоматически умножение. То есть, допустим, смотрите, у меня сейчас 500 монет есть. Вот, я могу прокачать силу за 500 монет. Как видели, я ее сейчас не прокачал. Нажимаем Strange. Так, все отлично. Сила прокачалась. Было 4, стало 8, как видите. Эти функции тоже работают. Так, ну теперь идем дальше. Смотрите. Следующая функция — это сила. Это получается у нас зоны, где у нас удваивается сила заработка. То бишь, смотрите, вот здесь вот я могу в 2 раза больше получать силы. Просто вот захожу сюда. Так, бью, и как видите, у меня в 2 раза больше силы прибавляется. Вот. А чтобы вам вот эти вот зоны не искать, есть специальные телепорты. Просто нажимаем сюда. И вот, тпхнулись, и все. В принципе, можно уже прокачиваться. Потом косарь силы. Как видите, все работает. 10 тысяч силы, 100 тысяч силы, 5 миллионов и 500 миллионов. Все телепорты, как видите, работают. Все отлично. Так, идем дальше. Так, здоровье. ТПХимся на 100. Как видите, все прибавляется, все работает. Так, давайте заново зайдем, выйдем. Вот, все прибавляется, все работает. Потом косарь. Косарь тоже работает. Ну, смотрите, прибавляется по 40. Тут у нас x5 действует, круто. Потом 10 тысяч. 100 тысяч. 5 миллионов. И 500 миллионов. Тоже все телепорты работают. Так, и теперь физика. Косарь. Получается, самое начальное это у нас косарь. То есть здоровье и сила у нас от 100. А тут от косаря.
Так, вроде бы нужно сесть, если не ошибаюсь, да. Вот мы сели, и прибавляется плюс 20. То есть у меня сейчас, если мы выйдем, будет прибавляться 4. Тут действует x5. Все работает. Потом 10 тысяч, 100 тысяч, потом 5 миллионов и 500 миллионов. Все телепорты тоже работают. Ну вот, в принципе, на этом все. Все функции рабочие, можете пользоваться. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.